они нас никого туда не пускают. Банки продают им. Почему? Потому что в банках залог земли. И эти земли опять уходят китайцам. Касанов – ловушка, чтобы вы пошли на участок, и чтобы международные наблюдатели увидели, что будто бы выборы честны. Касанову поэтому разрешили сейчас говорить жестко в адрес Елбасы. Касанова финансирует Кулибаев. Алданып калмандар, если хотите своим детям, чтобы завтра они были не рабы, елу ету завод, кошекель жатыр, уже салып жатыр китайский. Вы думаете, мы будем там работать? Китайцы будут работать. А мы будем на шахтах и рудниках. Если не хотите своим детям такого будущего, если хотите, чтобы было бесплатное образование, деньги на это есть. Если хотите, чтобы было бесплатное, качественное медицина, деньги на это есть. Не ходите на выборы. 9 июня дворец Жастар, 12 часов, начинается митинг. Курултай. Был Курултай в Киеве месяц тому назад. С Австралии, с Франции, с Канады, с Германии, с Англии приезжали казахи. Курултай деген ол не. Когда мы в безопасности, казах даже битв айрылып кеткенде қосылып решают. Вот анымызды қалай қорғаймыз деп. Вот они собирались, и тогда в Киеве у них здесь родственники остались. Олар репрессированы из каких домов. Курултай кеше вот кетті. Осында Астанада. Оны бәрі жасында. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова